Господин Басунов, добрый день. Я много по Украине езжу. Понравился такой уютный, теплый городок. Да. Ну и чувствуется, что особенно, когда заезжаешь в город, вот это красота вся открывается, скажем, сверху, когда я ехал оттуда. Разительно отличаются дороги ваши здесь? В лучшую сторону? Конечно, безусловно. Безусловно, меня приятно это удивило. Для Украины, да и для Казахстана, наверное, самое важное – это экономическая составляющая взаимоотношений. Это тот базис, на котором можно развивать дальше и культурные связи, и какие-то спортивные, и другие. Потому что неработающая экономика, она создает предпосылки для угасания всех других отраслей. Работающая, наоборот, дает стимул, дает возможность реинвестировать эти деньги в социальную сферу, в спорт, в культуру, в международные обмены. И приятно, что наши предприятия кременчугские работают с рынком Казахстана. Одна из моих задач – торговля, экономика, наши культурно-гуманитарные отношения. Мы тогда желаем вам сегодня хороших встреч с нашим бизнесом, хороших результатов. У нас есть подарки для вас. Да. Это вот вам фотография собора, который был в Кременчуге. Он разрушен был в 43-м году во время войны. Но сейчас мы занимаемся тем, чтобы восстановить этот собор. Вам тоже такой небольшой сувенирчик. Это тоже ручная работа. Это резиденция нашего главы государства. Это Астана. Вы знаете, что Астана полно развивается. Спасибо вам. Спасибо вам. Удачи сегодня еще раз. Хорошей встречи.